Так, дамы и господа, в случае победы первого бойца коэффициент 1,3. В случае победы второго бойца коэффициент 1,8 ровно. Итак, дамы и господа, на 3 минуте, 29 секунде первого раунда, блестящим, внушающим приемом треугольник, победу одержал боец из Азербайджана, Акшин Воин Мамаев! Ну что ж, первые минуты раунда ты проявлял такую предельную осторожность. Вот, видно было, что ты
не сильно был активен, если такие в партере. То есть ты больше специализируешься на борьбе? Я только дрюсь. Руки, ноги и борьба. То есть для тебя завершать поединок, допустим, либо треугольником, либо болевым на руку, это в диковинку? Не имеет значения. Не имеет значения. Абсолютно универсальный боец, дамы и господа. Из Азербайджана Акшин Воин Бабаев. Удачи, еще увидимся. Что ж, дамы и господа, действительно, выступая на таком уровне, на чемпионате СССР по боям без правил, просто нельзя быть односторонним бойцом. Нельзя знать либо борцовскую, либо только же ударную технику. Здесь выступают только универсальные спортсмены, которые и они готовы дать отпор своим соперникам как в стойке, так и в партере. А мы продолжаем. Весовая категория по-прежнему до 66 килограмм. На этот раз боец, который уже выступал в рамках этого же чемпионата здесь, в бойцовском клубе «Оплот», сегодня он приехал для участия во втором туре. Боец из Таджикистана. Внимание, на телеэкран.